21 мая в Каспийске в детском технопарке «Кванториум» лицея номер 13 имени Расула Гамзатова прошла лекция «От идеи до реализации» предпринимателя Рустама Гусейнова. В своем выступлении он поделился собственным опытом и историей становления. В моем кругу, в моей команде очень важно, чтобы когда мы прорабатываем любую идею, мы шли к ее реализации. Почему? Потому что есть такое негласное правило – любая гипотеза требует тестирования. Поэтому мы тестируем абсолютно любые идеи рабочие, оставляем нерабочие, то есть мы их отодвигаем. В моей жизни не было наставника, который в моем юном возрасте мог бы меня направлять. Поэтому я сегодня делюсь тем опытом, который у меня есть. Для детей была представлена небольшая презентация, разделенная на несколько этапов, в которых четко описывался путь от точки А до точки Б. Основная задача – это когда есть задумка. И когда эта задумка приведет к конечному результату, то есть есть точка А – это мысль, это идея, и есть точка Б – это реализация идеи. И самое сложное – это построить маршрут между точкой А до точки Б. Сегодня мы будем разбирать, как строить маршрут и как по нему двигаться. Отметим, что Рустам Гусейнов – молодой предприниматель, который имеет свою прачечную в городе Каспийске, а также параллельно работает и в других городах мира.